Всем привет, дорогие друзья. Сейчас вам покажу небольшой лайфхак, чем можно помыть машину, чтобы, как я показывал раньше в своем видео, сейчас вот здесь вот видосик появится, чтобы вода скатывалась с машины. Кто еще не в курсе, открываем вот такой вот. Это не реклама, это реальное средство. С весенним запахом. Так, наливаем в нашу емкость для пенопреобразователя. Нахерачиваем немножко. Да вот так нахерачиваем. Остальное еще водой разбавим. Вот. И, короче, хреначим на машину. Вот, значит, брызгает, поливаем. Ну, как мы видим, она не пенится совсем. Поэтому, ну, зато не стекает. Точнее, стекает, не оставляет, не остается на машине. Так вот, покрытие оставляет. В общем, сейчас все это дело губкой натираем и потом смываем. Вот, значит, все размазал, растер. Теперь все будем это дело смывать. Погнали. Вот, как видите, мы уже все облили. Все смылось, но разводики есть. Но вода почти вся скатывается сразу моментально. Осталось только протереть замшей. И все будет круто. Гоним дальше. Вот, значит, все готово. Все чистенько, классненько. Блястить. Солнце. Вот. Все классно получилось. На все про все. Время ушло. Минут так 20. Пусть машина не новая, старенькая, ржавенькая, но в любом случае машина должна оставаться машиной. Она должна быть всегда чистая. Ну вот, значит, вот такой вот небольшой лайфхак, кто не в курсе. Теперь во время дождя вода будет скатываться с машины, не задерживаться. Ну, в принципе, видео сверху вот еще раз прикреплю, увидите. Ну, это все, ребят. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.